Чернушенька, с добрым утром тебя, мой золотой. Вот так вот мы валяемся. Да, мой хороший. Вот что, вот снимаю каждое утро, снимаюсь, мои, вот они начали. Ой. Ветер сегодня такой прям жуть. Доброе утро, мои золотые. Не переживайте, вот мне девчонки пишут, снег валит там в Москве. Да все равно весна придет, придет, никуда она не денется. Слышите? Угу, угу. Я, когда мы были на Канарах, я ходила, слушала вот эти звуки и думала, живут же люди в раю. У них какие-то птицы вот так. Угу, угу. Представляете, приехала в Крым, и здесь то же самое. А это, девчонки, это, ну, кто не знает, это голубь такой. Да, мой хороший, скоро мы тебя подстрижем. Ой, девчонки, читала ваши комментарии про собачку. Вся обревелась, да, Чернуш? Вот когда-то, наверное, летом в прошлом году, Наташа Кудрина, это вот моя дорогая девочка, подписчица, наверное, одна из первых, написала, что мой канал – это сообщество доброты. И мне бы очень хотелось, чтобы так это и оставалось. Мы собираемся в кучку. Да ладно вам кричать-то. Собираемся в кучку. Вот такие вот люди добрые. Я надеюсь, что это и будет так дальше. И вообще, мои золотые девчонки, вот, ну, посыпалось все. В один момент у меня... полетел в душе. Вот видите, вот открываю кран, а он не работает. Вообще. Но с него капает, вот стена вся заржавела. Вот прям в один момент, то есть я вот приехала из Мурманска, а тут у меня вот такие вот дела. Это один. Сейчас покажу еще. Ой. Ну, видели, да? Видите, что творится? Вот. И этот смеситель полетел. И в Алинкином доме тоже полетел такой же смеситель. Вот как это может быть, чтобы... Мало того, перегорела лампочка наверху. Это пришлось мне лезть. А у меня есть такая особенность. Я не могу что-то делать вверх руками. Ну, теперь надо еще это дело закрутить как-то. Ну, короче говоря... Весна обострение. Ну вот, показываю вам. Вы уж извините, бардак у меня еще не разобралась. Я вот, у меня один смеситель поставили мне. Вот, в душе мне все поменяли. Надо теперь стенку отмыть, ржавая вода текла. Так что я теперь прям буду жить в нормальных условиях.
довольная. Ну и холодильник вот у меня теперь стоит. Он поменьше, наверное, сантиметров на 20 пониже. Вот еще даже магниты все не прилепила. Вот. Ну, правда, в холодильнике ужас, надо ехать за продуктами. Ну, ладно. В общем, уже все хорошо. Зато вот стоит на крыльце. Ой, что-то я вчера так растерялась. Вот это вот тут с этими смесителями. Холодильник-то мне мужики затащили. А что этот-то надо вынести? Что-то я растерялась. Вот сама выволокла его на крыльцо. Теперь надо кого-то просить. Ну ладно, пролезть могу. Линдочка. Да, у меня тут две собачки. Ну, это временно попросили посмотреть за ними. Ой, прям нарадоваться не могу на эту красоту. Линда. Ну, у меня тут работа идет, конечно. Без этого ж никак. Еще вот один смеситель. Так что жизнь налаживается, мои дорогие. Вот так, мои дорогие, дядька там со стройкой шумит. Поехала за цементом, а тут вот какая красота светет. Рядом еще. Побросала сумки свои. Какие-то цветочки цветут. Видите, и трава-то поперла уже. Хорошо. Зашла в свой любимый дворик. И тут красота. Птички поют. Ой. Хорошо. Жарко. Мне прям вот в этой куртке жарко. Она с подкладкой. О. Ну, красота. Красота. Как дерево какое белое. Ой, я так люблю такую погоду. Вот осенью, весной, когда жары нет, а прям хорошо так. Все пораспустились. И вот и это дерево. Вон какое стало. Листочки.